26 июня в стенах Стерлитамакского филиала УГАТУ прошла вторая международная научно-практическая конференция, посвященная современным проблемам науки и образования в техническом вузе. Участники конференции, пройдя регистрацию, отправились на пленарное заседание, на котором выступили директор филиала и директора Стерлитамакских заводов ОАО «Красный пролетарий» и НПО «Станкостроение», а также гости, приехавшие из Самары и Ташкента. После пленарного заседания докладчики отправились в секции в соответствии со своим направлением проекта, где представили свои доклады и ответили на все интересующие вопросы, связанные с проблемами образования. Конференцию начинают, да, приезжают преподаватели, ученые из разных городов и даже разных стран, для того, чтобы обменяться опытом, поделиться проблемами, получить совет, обсудить свои идеи, наработки, для того, чтобы показать их миру, чтобы не вариться своим соком. Конференция – это хороший способ не для студентов увидеть что-то новое, подчеркнуть какие-то интересные идеи, увидеть, чем живет не только их вуз, но еще и другие вузы в других странах, в других городах, выбрать некоторое направление, возможно, посмотреть, куда следует развиваться и, может быть, даже выбрать место работы. Конференция – это важное событие, важное научное событие не только в городе, но и в республике, на мой взгляд. Лучшие статьи будут опубликованы в журналах издательства «Научтехлитиздат». Репортаж и съемку событий вела Суханова Ксения.